По температуре пока плюсовая. Я тоже не вижу поражений. Ультрафиолетом чего? Я слышу с кухни звуки. О, вот он! Он прям передо мной. А, блядь, меня убили! Аня, выйти можно или дверь еще заперта? Я не знаю, я убежала наверх. Чё-то сыкотно. Серёг, ты еще живой? Серёга, это ты топал? Серега? Фу, нахуй. Серега? Эрнест, если слышишь меня, напиши что-нибудь.
Блять, пиздец, стрёмно. О, ты меня слышишь? Вы оба мертвы? Ебануться, блядь! Он сейчас просто двери открыл и ушел. Фу, блядь! У него топор. Мило, блядь, спасибо, нахуй. Фу, блядь. Реально стрёмная игра. Вы там хотя бы маякните, когда кончится охота. Блять, я даже пошевелиться боюсь. То есть, вот он походил, у меня есть полминуты, чтобы съебаться? Хорошо. Блять, аж ручки вспотели. Сука, блять, безопасный фургончик, господи, блять. О, я вас слышу! Так, ну чё, смотри, видишь, у него опять пошло сейчас. Я слышу только фургон. Я слышу, Эрнест, он-то живой. Фу, блядь. Слушай, ещё одна не лучше. Так. У нас есть Банши, Юрей и Тай-Э.